Сегодня в Тюмени открыли 7-й фестиваль документального кино «Кинза». Рекордное количество работ – 97 картин. Впервые 5 площадок показа. В режиме нон-стоп с 10 утра и до 10 вечера в течение 4 дней зрители смогут бесплатно посмотреть кино от начинающих и именитых режиссеров. Также запланированы мастер-классы и встречи с известными документалистами. Уникальность фестиваля придают, конечно, гости наши. Впервые мы ждем гостя, ведь у нас по статусу фестиваль международный, из Армении. Впервые к нам летит всемирно знаменитый режиссер, президент международного фестиваля «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян. И 25 числа в этом зале состоится ретроспектива его картин.